Привет. Продолжаем собирать, точнее уже завершать, красить нашу пушку. Я ее покрыл матовым лаком, не стал ее покрывать ее глянцем, потому что совместим приятное с полезным, сразу сделаем везеринг маслом небольшой. Вот. И за счет черного масла, когда будем это все растушевывать, оно тут это все выделится на щите. А внутри там нам особо ничего выделять-то и нечего, как говорится. Там толком ничего особо видно не будет. Поэтому займемся в этой серии пушкой и нашим расчетом. Еще я тут себе вырезал такой кусок пеноплекса. Будем ставить примерно вот так. Здесь мы сделаем небольшой бруствер. Сделаем такую небольшую огневую позицию, можно так сказать. Но это все впереди. Пока займемся пушкой. Не знаю, как я это буду все снимать. Скорее всего, что-то этапами, что-то, если получаться будет, я это засниму. В любом случае, ухожу на паузу. Ну и скоро вернусь. Итак, друзья, небольшое включение. Покрасил я тут трех бойцов. Сейчас приближу, чтобы их получше видно было. Вот такие вот мне бойцы получаются. Я, конечно, с миниатюрами работал не так часто, можно сказать, что никогда. Поэтому извиняюсь за то, что он у меня такой вот кривой. Это еще не окончательный вариант. Это у нас командир. Я еще пока не знаю, наверное, перекрашу балаклаву. Слишком светлая она получилась. Вот у нас один командир. Это, я так понял, у нас заряжающий, норовящий вечно у меня выскочить из этого, из этой подставки моей. Такой с белыми бровями получился. Глаза я еще не выделял, да и, наверное, не буду. Не знаю, стоит ли это делать с моим опытом. Вот. Такие серьезные парни. Немецкие. Так, третий это у нас наводчик. Здесь еще кое-что надо будет подкрасить, особенно у командира. Портупею надо будет подкрасить. Его. Так. Ну и четвертый боец. Он у меня еще не покрашен. То есть вот он только загрунтован. Я попробую заснять процесс покраски. Не знаю, насколько это получится, но попробуем. Итак, ухожу на паузу, думать, как выставить камеру, чтобы было видно, как я буду его красить. Вот. Ну и вернусь, когда решу уже все эти такие технические проблемы. И, возможно, еще засниму, конечно, везеринг самой пушки. Так что далеко не убегайте. Скоро вернусь.
Итак, друзья, наверное, будем останавливаться. Получилось довольно много материала уже. В дальнейшем еще продолжим работы над бойцами, а именно нужно сделать им каски, нужно сделать оружие их, на самой пушке загрязнение, но это уже от подставки будем плясать. Так, в принципе, на данный момент получается довольно интересно и неплохо, учитывая то, что я с фигурками вообще очень редко когда сталкиваюсь. Ну, то, что первое, что бросается в глаза очень сильно, это то, что кожа очень смуглая получилась. В общем, такие немцы у нас загорелые. Но в остальном, в принципе, довольно неплохо получилось, мне кажется. Ну, судить вам. Это еще, повторюсь, не финал. Тут кое-что буду дополнять, убавлять уже в процессе съемки следующей серии. Ну, на этом давайте будем завершаться, заканчивать. Вот. Ну и в следующей серии уже встретимся. Будем продолжать ваять их, наших бойцов. Спасибо всем за внимание. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья крепкого. Ну и всех благ. Спасибо за внимание. Следите за новостями. Пока-пока.